Всем привет, ребят. Ну что, настало время прокачки. Немножко я запустил английский сервер. Будем исправлять эту ошибку. Будем дальше качать героев и проходить локации. Так, а вот такой вот у нас герой, Heartbreaker. Здесь сердцеедка у нас на русском сервере. Чем герой хороший? Герой офигенный дамагер. Наносит очень много урона. То есть вылетает помимо основного удара рукой еще дополнительно ракеты, сейчас это все увидите, которые понижают энергию вражеского героя на 20, также восстанавливает себе 40% хп от дамага, кулдаун маленький 4 секунды, очень много крита, герой все время фактически критует, вот грубая сила явный пример, то есть критический урон увеличен, имеет иммунитет к стану, к страху, базовый крит в полтора раза выше. Вот так вот. Такой вот герой. Жизни, конечно, не особо много, но, блин, герой дамажит. Герой дальний, герой летающий. Вот такой вот будет у нас талантик исцеления. Решил потестить. Рунами сейчас мы поставим ремочку, чтобы сразу она включалась. Питомцем поставим. Давайте кого? Давайте Рудольфа поставим. Так, уберем отсюда черепа. Хотите увидеть такого черепка, пишите. Будем в следующем делать на него обзорчик. Так, где моя сердцеедка? Вот она. Поехали, покажу вам ее в действии, как она срабатывает. Ну, тут нас, наверное, сейчас смотрителям ушатают. Вот так вот. Так, Минотавра мы оставим, Ворожая уберем. Все равно зеленые. Так, надо кого-то... А, тут у меня дофига зеленых. Ладно, пофиг. Вот так вот, видите, вылетают ракеты у нее. Посмотрите на дамаг сейчас. Какой уже дамаг, она собрана сейчас не на атаку. Вот она себя отхиливает. Ну, в общем, такой вот герой. Поехали делать прокачку ей и дальнейшую эволюцию, агментацию. Так, делаем его. Получаем одну книгу. Так, поехали делать Firebrand. Качать ей на максимум агментацию. Сейчас расскажу по талантикам, что можно, то я уже забежал дальше. Она имеет 12 скилл тоже уже. Так, отлично, есть. Давайте так, по чарам. Победный выпад плюс 25%. Сейчас я вам покажу сразу их, чтобы вы просто понимали. Победный выпад плюс 25% на дамаг однозначно будет бешено вообще убивать. Доспех как вариант на деф. Передача энергии вариант тоже плюс одну клетку. Смысла особо нет. Пиромаха, там еще многие используют на архидемоне героя. Ну, герой в основном пвпшный, то есть разрядить героев. Ну, сейчас увидите, в принципе, все в действии. По талантикам, бастион вот у меня стоит, даже есть баст, я его тоже прокачаю. Потом со временем решил просто посмотреть на исцеление, как себя покажет. Универсально будет бастион, универсально будет священный огонь, даже там будет деф плюс жизнь. Какие еще варианты? Ну, бог войны смысла, порочный пак тоже смысла нету ставить, потому что она будет очень быстро убиваться. Конечно, дамага там будет заоблачно грубая, сила тоже смотрится. Все зависит от того, где вы хотите этого героя использовать и насколько вам нужен универсальный или нет. Так, окей, поехали. По чарам. Ну, по чарам тут особо смысла, сейчас я же говорю, заморачиваться нет. Так, пиромах. Давайте еще попробуем, может что-то будет на урон интересное.
Доспех. Поставим вот так вот. Пусть будет третий доспех, потом будем. Так, что у нас тут? Чтобы она критовала по максимуму, я сейчас покажу вам ее статки. Вот ее крит урон, как видите, 11000. Крит урона и смысла особо нет. А вот крита, чтобы она критовала чаще, надо ей наролить. То есть, соответственно, если вы там хотите, чтобы она выживала, вы там можете ей ролить какие-то созвездия там на уклонение, на жизнь, на крит сопротивление. Но это особо не спасет. Герой очень ватный, поэтому особо заморачиваться, скажем так, над созвездиями у этого героя нет. Лучше собрать ее на дамаг, чтобы она там, если включится, то уже включилась по полной. Конечно, на любой отражалке она улетит сразу, поэтому не особо там надейтесь, что она будет у вас долгожитель против того же самого хранителя. Она себя просто ушатает. Ну, все зависит, конечно, от противника, зависит от того, какой талантик вы прокачаете, какая у вас пачка, отхил и прочее. Сейчас мы постараемся пару критов выловить, чтобы не затягивать это все. Крит. Отлично. Два крита у нас уже есть. Вот, можно даже уклонение ставить. Мало ли. Где-то повезет нам. Если она у вас есть, она вам даже на подземках может офигенно помочь. Сейчас покажу вам на подземках в действии. Так, отлично, крит. Вообще огонь сейчас будет. Ой, крит резист. Окей. Есть. Такой вот у нас герой. Поехали дальше. Будем сейчас пробовать по-быстрому ее докачать на вторую эволюцию и уже потестить на максималочке. Уже опять все с юнитами готовятся к битве гильдии. Такс. Ой, а у меня тут даже просвета еще не докачана. Вот так вот. А я-то уже говорю на максималке. Забыл, я ее недавно начал качать, так и не докачал. Ну, сейчас это исправим, в принципе. Красиво Фрэнки нас убрал. И, блин, что я, у меня же дерево есть. Можно было шарахнуть по нему. Отлично, Минотавр работает. Сам себя убивает. Сейчас быстренько сделаем вторую эволюцию, уже пойдем тестировать на локациях на максималке. Ну, я же говорю, если вы хотите универсальности, ставьте басты и не мучайтесь. Хотите, могу потестировать со священным огнем, посмотреть, как она будет выживать. Ну, сейчас она собрана у нас на атакующее. Просто исцеление стоит. Можно будет и баст, в принципе, потестить потом. Я уже тестировал, вам показывал разные сборки. Просто как-то было выпало исцеление, и так как она себя хилит, захотел просто посмотреть, что с этого всего у нас может получиться. И получится ли вообще что-то.
Такс. Апгрейд. Делаем ей вторую эволюцию. Камешка у меня уже, к сожалению, нет. Или, к счастью, будем кулаки израсходовать. Так. Ай, мы не можем ее качать, надо было докачать. Потом переводить. Привычка сразу щелкать. Так, ну и все, финишная прямая, и у нас сейчас будет уже 350 тысяч. Думаю, до выходных докачаем следующий титул. 390, и будем уже пытаться перейти за через 400 на выходных. Нету времени просто с этими обзорами, с обновлениями не успеваю вам делать видосы, потому что хочется и там, и там, и там. Еще плюс коллекционера. Так, ну, минус Минотавр. Конечно, можно было бы и рунами поставить там, но тогда ремку придется и ставить талантом. Не особо интересно так будет, а так можно что-то другое поставить. Варианты как бы всегда есть. Все зависит, опять же, от того, где вы хотите этого героя использовать. Так, улучшаем, нету времени. Так, окей. Все. На максималочке практически осталось у нас докачать немножко просветик. Можно было и не тратить целых 800 самоцветов. Пойти в рейтинг набить. Но я ж зажрался. Так, ну чё. Блин, вот это больше всего харит. Все, блин, юнитов этих понанимали. Блин, ты сидишь и паришься. Кого бы чпокнуть без юнитов. Вот кто зажрался. Так. Вот, отлично. Я надеюсь, Минотавр выживет. Так, ну еще 99-й будет. Ничего себе. Видите, и так бывает. Все, 99, поехали тестить. Сейчас заодно и набьем тут уже. Так, смотрим. Давайте Минотавра выпустим, чтобы активировалась. Ну вот она начинает бить. Так, смотрим, что у нас по отхилу получается.
Порезали нам отхил, к сожалению. Причем конкретно против стрелка, хуже что там тестить. Ну вот видите, ее Фрейя шатает, ну тут без вариантов просто. Против Фрейи нет никакого приема. Поехали на PvP локации. Это будет. Давайте так, начнем с подземок. Поехали, смотрим на этой подземке. Заодно и посмотрим, какой будет отхил и что у нас может. Ну вот так вот она бьет, как видите, и восстанавливает себя отлично. В этом плане. И урон, посмотрите, какой урон у нее. Вот благодаря тому, что мы криты прокачали неплохо, она сейчас будет... Ну, ее, конечно, с плюшки могут унести. Вот то, о чем я и сказал. Мало жизни. То есть для того, чтобы она была более универсальна, лучше все-таки ролить уклонение. Не ставить ей там очень много дамага. Она и так будет дамажить. Ну, сейчас посмотрим. По 400. Мега имбовые, ребята, отхил у нас. Вот так вот. Она хилит себя по 400. То есть, соответственно, 400 от вот этих ее пулик. Скажем так. Но героев она разбирает очень красиво. Как видите, половина там. Ну, тут я вам этого сейчас не покажу. Так, поехали в экспедицию. Тут будет более наглядно все. Вот она. Ну, для нее это, сразу говорю, это не тот талант. Мы просто чисто вам показать героя, что он может. Особенно для новичков. Кто хочет, качает себе баст. И этого будет вполне хватать. Ну вот посмотрите, криты проходят, она себя хилит. Хилит, хилит, и неплохо хилит, я вам скажу. А зона атаки, как видите, не маленькая. Бьет полностью все. То есть выскакивает на большую площадь. Плюс то, что дальники, летающий герой. Вот мы наролили крита, и как видите, критует она. Очень-очень неплохо. Минуса мало жизни. Очень мало жизни. Вот у нас на второй эволюции 132 тысячи всего. Так, окей, поехали. Так, куда это я нажал? А, поехали на арену. Сейчас мы ее сюда поставим и потестируем тоже. Ну, давайте вот против. Она, как видите, не автопрокер. То есть ей нужна цель, чтобы включиться. Ну, сейчас она включится и раздамажит. Так, вот Фрейка есть. Ну, поехали посмотрим. Кстати, не максимально этом эти. Она сейчас Фрей может свободно слить. Вот то, о чем я и говорил. Она ее слила, она не дала просто ей зарядиться. То есть в этом плане тоже она очень интересный герой. Потому что Фрейка не выдержит. Единственное, конечно, если там у Фрейи будет уже вертолетик выпущен. Вот посмотрите, что она делает. Ворожай тут порезал нам тут и стрелок, и ворожай, и череп. Ну, такой вариант. Давайте попробуем своего ворожая сзади кинуть. Ворожай мой дал отхил. Вот она не может включиться, стрелок не дает включиться. Ну все, тут мы слились опять. Сейчас попробуем поставить ее сзади. Ворожая впереди, чтобы он танчил. То есть ворожая бьет. Вот она включилась.
Уже получше. Но все равно, вот хранитель, то, о чем я говорил. Хранитель, даже с любым, даже не атакующим талантом, она будет сливаться. Вот. Так. Давайте в забытой. Поехали. Составляем пачку. Убираем огнекрыло. Ставим нашу подружку. Ну, давайте обновляем. Так, ну, кто-то с душиком. Сейчас душик заберет у нее энергию, если она не успеет зарядиться. Ну, тут у нас однозначно снесут. А может и нет. Вот, смотрите, включилась, в принципе, отлично. Ну, череп, вторая эволюция. Он с двух тычек ее может и с одной снести. То есть без вариантов. А вот тут у меня есть Махатма. Очень кайфовый герой. Так. Новый питомец, кстати, вообще просто огонь. На битве гильдии очень удивил. Можете посмотреть видос, если там против остается у вас огнекрыло, и у вас остаются эти питомцы. Там любой герой просто будет отдыхать. Единственное, Фрея там еще может. Потому что у нее вертолетики. Ну, эти голуби. Так, хранитель включится. Успеет включиться? Да, успел. Ну, все, она слилась. То есть на атаку ее соберете, она даже не будете собирать, она все равно будет сливаться. Хотя есть вариант попробовать священный огонь. Но опять же, это просто добавит ей жизни. То же самое, что и Баст. Баст еще урон дает. Я думаю, все-таки Баст будет в этом плане поинтереснее, потому что дамаг как-никак. Так. Ну что, у нас будут какие-то более доступные противники, чтобы она... Ее в первую линию однозначно ставить не надо. То, что вы сейчас видите, я как ее поставил. Она должна со второй линии атаковать. То есть, чтобы она не была танком. Тогда будет какой-то толк. Но опять же, могут очень быстро слить. Так, есть. Ну, в принципе, все. Вот такой вот, ребят, герой. Во многих локациях на боссах используется, можно замедление поставить. То есть герой действительно очень интересный в плане дамага, но не живучий. Поэтому, если у вас начальный аккаунт, да, в топах ее уже практически не используют. Все, пишите комменты, как обычно, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.